Здравствуйте, меня зовут Сулеймен. Я студент второго курса факультета юриспруденции. При поступлении в университет мне посчастливилось принять участие в ежегодной олимпиаде Нархоз Челлендж, где я сумел войти в пятерку лучших студентов с именной стипендией Булата Джамитовича Утимуратова. Данный грант полностью покрывает мое обучение, позволяет получать мне достойную стипендию, тем самым мне не приходится отвлекаться от моей учебы в поисках работы, а также позволяет мне проходить ежегодную практику в лучших зарубежных университетах мира. Так, например, прошлым летом мы отправились в Лондон, где каждый из нас смог углубленно изучить свою профессию. Я считаю, что гранты для студентов – это в первую очередь огромный стимул и желание учиться. Поэтому, поддерживая нас, вы напрямую ведете нашу страну к светлому будущему.